Наверное, все уже там. Пока, пап! В городе прогремел очередной взрыв. 20 тысяч фунтов за имена террористов. Простите, мы так не работаем. Алло. Мистер Хеннесси, он снова здесь. Уже 5-й день подряд. Что ему надо? Его дочь погибла при взрыве. Мистер Хеннесси, прошу, назовите имена террористов. Я работаю на правительство, не на террористов. Но раньше работали. Я не знаю никаких имен. Я вам не верю. Это он. Вы назовете имена убийц. Он обучен. Возможно, спецназ. Стойте! Она взорвется! Он может добраться до вас. Что происходит? Он решил, я знаю, кто убил его дочь. Знаешь? Его уже полгорода ищет. Какой-то старик водит за нас всех нас. Он впереди нас на каждом шагу. Открывай. Вы понятия не имеете, с кем связались. Нет, имею. А вы?